Ну, в этом году помидоры припозднились у нас. Посадка. Рассада переросла, но вроде сейчас более-менее она стала ничего. Сейчас просто покажу, как выглядят кусты. Это все практически карлики должны быть, но они вымахли высокие. Некоторые. Некоторые еще как бы не начали особо расти, а некоторые только начинают цвести. Вот. Ух ты, лягушка тут прыгает. Ну ладно. Прыгает, ест вредителей. Вот такие вот томаты. Разные сорта. Вот как будут на них какие-то завязи, более-менее что-то будет, тогда можно будет и по сортам рассказать. А сейчас просто хочется просто показать, как оно растет, выглядит. Ну и, соответственно, вот здесь. Вот здесь уже успели замульчировать, подвязать более-менее. Вот сейчас более-менее, сейчас вот тут цвести начинают. Это все карликовые сорта, но они переросли. Переросли. На некоторых помидоры завязали еще, видимо, в квартире, когда они были. Но неправильно, в общем, они сформировались. Но вот ждем, пока будут они нормальные. Вот это утенок. Утенок вот завязал помидоры. На утенках вот помидоры более-менее видны. Еще вот тоже утенок с помидорами. Вот. Этот сорт тоже начал завязывать помидоры. Там видны, но пока не буду рассказывать, пока там мало завязи есть. Все, сейчас сегодня посадили вот эти 6 помидоров, замульчировали, полили, подвязали. Они выглядят, конечно, не очень. Вот эти предпоследние посаженные, тоже выглядят они не очень. Ну и сейчас быстро пробежимся по теплице. Вот эта сторона выглядит даже очень ничего. Тоже пока про сорта не буду рассказывать. Вот. Некоторые, тут вот один куст завязывает помидоры. Вот здесь, соответственно, все выглядит несколько послабже. И еще вот одна теплица есть. Тут тоже одна сторона вроде выглядит так более-менее ничего так. Вот. А вторая послабже, похилее. Тоже успели замульчировать, подвязать. Тоже вот тут есть. Ну, только-только-только начинают завязываться. Только-только первые помидоры завязываются. Пока что с помидорами вот так обстоят дела.